Свое шоу талантов появилось в Славгороде. Это детский зональный фестиваль «Алтайские звездочки». Раньше его проводили в поселке Табуны, затем в городе Яровое. В этом году фестиваль «Алтайские звездочки» переехал в Славгород. В остальном же традиции сохранились. Принять участие могли дети от 7 до 16 со всего городского округа, причем с любым творческим номером. Всего в программе было 350 номеров, в 5 раз больше, чем во время первого фестиваля. Неудивительно, что концерт растянулся на несколько часов. Наравне с коллективами из детских школ искусств, которых можно считать профессионалами в своей возрастной группе, выступали школьные ансамбли. Для них это возможность заявить о себе и начать карьеру артиста. Чтобы умели показать себя, умели танцевать, умели петь, рассказывать стихи. Ну, просто чтобы было интересно, занимали всякие места. Чтобы было весело, чтобы все радовались, ну, показывали друг другу, кто что умеет.